Снегопад, который прошел накануне, прибавил работы и коммунальщикам асбеста. На улицах города полным ходом идет уборка дорог по очистке от снега. Снегоуборочная техника метр за метром очищает город от снежного плена. На улицах города активно работают снегоуборочные машины. Чтобы не затруднять движение транспорта, снег убирают и в ночное время. Практически снега не было до 8 января. Ну, там частично работы 3-4 января выполнялись по посыпке дорог, чтобы не было скользкости. А сегодня в ночь было выведено 6 единиц техники, значит, практически все городские дороги на первый раз почищены. Я думаю, что до конца недели мы все запланированные объемы выполним, а там, как говорится, все будет зависеть от погодных условий. Судя по состоянию основных дорог, коммунальные службы всеми силами стараются справиться с сюрпризами снежной стихии. Несмотря на непредсказуемые погодные условия, коммунальщикам удается поддерживать городские дороги в хорошем состоянии. Основные городские дороги почищены, но сейчас задача не основные дороги почистить и почистить поселки. Стелобитной техники вполне достаточно, чтобы все объемы работать и выполнять. В первую очередь коммунальщики расчищают сложные участки и дороги с интенсивным потоком транспорта. Городские автобусные маршруты. Анастасия Самарина, Антон Машков, Новости АТВ.